На кадрах очевидцев сотрудники МЧС разрезают кузов Форда. В ход идет специнструмент и даже обычный лом. Все, чтобы побыстрее извлечь водителя из авто. Рядом медики, готовые сразу же помочь пострадавшему. По данным ГИБДД, 25 июля в 14:20 на 50-м километре дороги Криуша-Советск-Лебяжье-Вершинята 51-летний водитель Фьюжена не справился с управлением. Машина выехала в кювет и врезалась в дерево. Травмировался единственный участник аварии. В Кирове на улице Воровского произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. По предварительным данным ГИБДД, днем 42-летняя женщина-водитель Лиаза наехала на 77-летнюю женщину-пешехода. На место аварии вызвали реанимацию. На этой же улице 57-летняя женщина-водитель Кашкая наехала на 41-летнюю даму. Пешеходу медики оказали помощь. А теперь, как говорят автоинспекторы, разыскное ДТП. 25 июля в период с 16 часов до 17:30 во дворе дома 7/3 по улице Конева кто-то стукнул серый универсал и уехал. Владелец иномарки хочет обойтись без ГИБДД, если виновник объявится и возместит ущерб. Сергей Пичугин, место происшествия.